Добрый день всем! Хочу вам показать мою петуньку, которую я посадила по одной штучке. Петунья махровая каскад смеси F1 и другая то же самое. Вот они у меня вот в таком возрасте уже. Они уже в запазончике. Я их прищипнула. Вот первая, вот вторая. Тоже вот. Они уже начинают давать бутончики, то есть у них есть бутончики с цветком. Вот, я их прищипнула один раз, я их выношу на улицу, вот видно доказательства, цветочки от черешни, там от вишни, лепестки цветов. Я хочу вам показать еще петунии, которые я посадила вот в вазончике. Это петуния обыкновенная, которая очень красиво пахнет. Тут две штучки, тут у меня люпин рос, но люпин погиб. А вот петуньке очень даже понравилось, и она растет вот в дальнейшем. Вот она уже дает тоже вот пасынки, ей даже очень хорошо. Но вот тут петуньки, которые я тоже сажала и пересаживала. Уже вот они у меня такие маленькие в ячейках. Вот я буду так и сажать по несколько штучков в огороде, в цветнике, в вазонах. Вот она у меня уже прижилась после пересадки. Я тоже думала, как они приживутся, потому что она была очень маленькой, мелкой, но она растет. Вот. Разные возраста. Вот петуньи. Вот это то же самое, та же самая петунья обыкновенная, как вот в ячейках. Только это ранняя посадка была, случайная, но вот она выросла. А это специальная посадка и пересадка. Они у меня растут все-таки. Ни одна из них не погибла. Все на своем месте. И вот жду своих цветочков. Будем ждать вот цветения нашей рассады, моей рассады, моей петунии. Вот цветочек уже показывает цвет, как то розовый, то синенький, то больше розового. Но ничего страшного. Мне каждый цвет по вкусу. И я буду ждать цветения моих петунек. Всем пока-пока. Доброго дня всем. Экспериментируйте. И не бойтесь экспериментировать. Если одна бы и погибла, у меня сколько, смотрите, бы остались. Это не беда. У меня уже и люпинчики несколько погибли. Но я все равно сажаю, 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 чтобы они были разных возрастов. И чтобы они у меня все-таки были. Чтобы они у меня все-таки росли. Вот я так и с петуньей. С каждым цветочком так стараюсь. Всем пока-пока. Доброго вам дня всем.